Мордовская республиканская клиническая больница – главное медучреждение республики. Территория больше 22 гектаров. Ежедневно здесь находится 650 человек медперсонала и максимум порядка 900 пациентов. По легенде, из-за короткого замыкания в перевязочной хирургического корпуса на первом этаже загорелась мебель. Дежурная медицинская сестра Шафиева Диана Ринатовна. В отделении гинекологии номер 2, который находится в хирургическом корпусе, загорелся электрощиток, который находится рядом с кабинетом заведующей. Медперсонал начинает эвакуацию. На место прибывают пожарные подразделения. Создаю оперативный штаб на месте пожара. Начальник штаба 030, как понял. Оперативный штаб обсуждает план действий. Огнеборцы 3-й пожарно-спасательной части разворачивают пожарные рукава. Параллельно группа отправляется на эвакуацию и разведку на первый этаж здания, где якобы произошло возгорание. Отряд пожара найден, я понял. Принял, отряд пожара найден, пострадавшие найдены. Продолжаем поиск пострадавших. Пожары в больницах и других лечебных учреждениях имеют свои особенности. Поэтому в случае возникновения подобной ситуации к тушению сразу привлекают массу сил и средств. В этот раз задействовали дополнительные силы местного пожарно-спасательного гарнизона. Всего при проведении учений было задействовано 11 единиц техники и 37 человек личного состава. Цели и задачи учений достигнуты. Среди целей и задач не потерять ни одного человека, отработать любые возможные ситуации при тушении пожара в большом здании. Один из пациентов не успел покинуть больницу, остался на 5-м этаже, выбраться самостоятельно не может. Его эвакуировали при помощи автолестницы. Условный пожар в итоге ликвидировали, помещения на этажах проверили, людей эвакуировали на улицу. Тем, кто пострадал, оказали первую помощь. А на самом деле отработали схему действий на случай, если вердикт к любому развитию событий. В республиканской больнице пожарные готовы. Светлана Лашина, «Наши новости».